плюс 7 градусов. Дышишь, и пар изо рта идет. Цветочки мои цветут еще. Мы идем Джиджульку выводить. Погулять. Джиджулькой рано утром. Патруша дома пока в пижамке лежит, потому что на улице очень прохладно с утра. Роса, самое главное, роса холодная. Солнышко встает, дождя нет, это уже радует. Вчера прямо обратно Джиджульку, когда вывели, обратно шли домой, ливень был сильнейший. Вот такая вот погода. Сегодня воскресенье. Чувствуешь, чувствуешь? Чувствую. Вчера только сказал, что ты эту куртку наденешь тогда, когда будет после 10 утром встаем. Плюс 7. Вот куртка. Так что да. А только листья, смотри, еще. Облетать облетают, но еще зеленые. А помнишь, осень какая была? Красивая, когда мы с тобой ездили в Тарту, да? Какая золотая осень была. И дорогой, когда в окошко смотрели из автобуса. Люди еще спят. Собачки, надеемся, тоже. Грачи вон собираются вместе. О, смотри, как, наверное, ребенок с мамой, да? Наверное. А по виду, смотри, взрослый. Скоро полетят уже на зимовку. Грачу кусочек дали. Да, дали кусочек. Печененьки. Он как вкусно. Он второй прилетел. Вот я второму грачу дала кусочек. Собрались тут. Какую-то бутылку кто-то бросил. Вот кому надо было сюда бросать. Да, Джулька? Ух! Он тебя облаял, да? Облаяла собачка тебя. Сегодня утром приятно гулять. Пусть холодновато уже, но дождя нет, уже это радует. Джуля? Просто в этом году шикарно. По птицам будет раздолье зимой. Погуляли, покормили, проветрили квартиру, посидели с Джиджулькой, поменяли водичку. И вот идем домой. Владимир Андреевич сегодня идет на каток. Вчера на каток не ходил, потому что я ездила на ярмарку. И он не захотел Патрика одного оставлять дома. На улице солнышко вышло, но прохладно. Да, уже все. А смотри, не это, зеленые листья не желтеют, да, почему-то? Может, морозиком прихватило. Да. Валерка, проход слабовато-то. Да, опять Нет, что оставил такой промежуток. Там нас сквозняком было. Спят люди в магазин, даже с утра не идут. Пенсии кончились. Да? В магазин не надо бежать. До 5 числа еще. И до 5-го. До 4-го. 4-го. Ну, вообще-то пенсия 5-го. В субботу не дают. Да, у нас, если 5-я суббота, то у нас на день раньше дают тогда. Суббота, воскресенье, если. Да. Вон уже веточка клёна желтенькая стала. Я картошку начистила, сейчас буду пылесосить, убирать. Пошёл кататься. На коньках пошел муж кататься. Вот такая вот погода сегодня. Красивая. Погулял, зайка? Иди сюда. Или я тебя раздену. Иди, мой хороший. Иди сюда. Ну, иди раздену тебя. Иди сниму. На ужин жарю мужу икру. Это икра судака.
Я, может быть, чуть-чуть съем, а муж-то это любит. И пюре картофельное сварю, салатик из помидора закупила уже. Стоит она в водичке, потом воду солью и вечером сварю картошку. Пюре. Разгулялась погода, очень даже симпатичная. Солнышко. Сейчас уже муж придет, как произнести. Вот он. Как только произнесла, что сейчас муж должен прийти, и сразу он подошел. Поливаю с удобрением водичкой цветочки, чтобы еще расцвели бутоны. Их много довольно-таки. Хоть и холодно на улице, но еще цветы цветут за окном. Самое главное убирать бутоны, которые отцвели уже в соцветии. И тогда новые расцветают. Кто-нибудь купил, нет? Яблок купил. Яблок? И сколько стоит? Евро килограмм. Нет. И сколько ты взял? 3,5, 2,5 золотой ранеты. 1 килограмм розовенькие для тебя. Персональные даже? Персональные. Красивые. Самое главное, что безо всяких опылений. Если только пчелками весной. И все. Вот такие вот яблочки на 3,50. Вон их сколько много. А эти просто красота неописуемая. Опять дождь льет опять, а? Как только с дежулькой гулять, так вот такой дождь. Такое чувство, что а там град. А это не град? Град. Вот и я показалась. Вот это да. Ой, какой град, ужас. Град идет, град. Уже дождь пошел. Ну, град же шел. Град и большой град. У нас солнышко вместе с градом. Телефон оставил. Че ты пришел? Телефон оставил. Да? Да. Что ты будешь делать? Спать буду. А зачем тебе телефон? А на всякий случай. Ребенку вкусняшку захватить. Зачем? Чтобы он не дергал меня. Все равно он будет дергать. Так что, гудбай. Вредный, а? Вот вредный мой. Диджик. Там кто-то лает, да? Кто-то лает. Сливы стоят евро 99. Бананы евро 29. Но они зеленые. У меня еще два есть. Доспеют. Так, арбуз килограмм евро 99. Не дешевые арбузы. На 4,70 вот половиночка. И, кстати, все порезаны, видно, целиковые, люди не брали арбузы, потому что очень дорого. Так, и веточка винограда. Вот такая вот хороший виноград. 3,49 на евро 23. Атрюшка, ты следишь, как твоя любимка там убирает, да? За выполнение. Конечно, скажи, вечером не выводили, дождь был, холодно. А, Атрюша?
Да, мой зайка, спать пора, да, скажи тебе. Ты мой хороший. Куколка ты моя. Правильно, правильно, проверяй, а то вдруг он не очень тщательно уберет там. А, Патрюшенька? Да. Ты моя куколка любимая. Умница ты мой. Вот смотри, на улице плюс 3 только, говорят, будет, да? А дома тепло, да? Как-то ночью. Я тебе говорю, что дома тепло. Сейчас 10 градусов на улице. Ну какая разница, 10-3. Я тебя про другое спрашиваю, а ты мне про улицу. Чё молчишь? А вы чего не задаете вопросы? Тепло на, и дома, и на улице, везде тепло. На улице плюс 3, везде тебе это тепло. Это ночью будет, а сейчас 10. Да какая разница, 10, не 10, я тебе про дом спрашиваю. Тепло в квартире дома. Тепло или нет? Тепло. Ну, тепло, конечно. Я вот думаю, сейчас, наверное, надо окошко приоткрыть, потому что спать будет жарко. Мы еще отопление не включали. Сплюнь так. Нафиг, как скажешь, так обязательно потом. Ну, если снег выпадет, сегодня он град шел. Град шел? Да. Что тебе мало? Мало. Хотелось бы большего. Чтоб стекла разбивало. Тьфу! Вот такая температура. Плюс 3 ночью только, а днем 10 будет. Ставьте лайки! Счастья вам, любви, здоровья, чистого неба над головой. Заходите, пишите. Всем пока!